Привет, ребята! В этом видеоуроке мы сделаем с вами вот такую вот интересную поделку лес. Я уже заранее вырезала все детали. Если вы этого еще не сделали, вы всегда можете остановить видео, вырезать все детали, либо попросить кого-нибудь из взрослых вам помочь. И как только будете готовы, давайте начинать. Сначала предлагаю разобрать все предметы, которые у нас здесь есть вырезанные. У нас есть вот ствол дерева, крона дерева, две елки одного цвета зеленые, две вот такие вот чуть посветлее, три точнее. Еще вот я нашла несколько, то есть у нас получается четыре елки одного цвета, четыре елки другого цвета. Также у нас есть с вами несколько дров, костер, палатка, которая будет в лесу. Две вот такие вот горы, верхушки к этим горам, вот такие, месяц и две части травы и фон. Давайте начинать будем с того, что приклеим нашу траву на наш фон. Так как у нас здесь две детали, одна повыше, другая чуть-чуть покороче. И мы будем вот таким вот образом приклеивать. Обратите внимание, что одна часть детали вот тут вот такая вот волнистая. И волны должны будут направлены быть вверх, чтобы вот здесь вот внизу нашего фона было все ровно. Сначала возьмем ту часть, которая повыше, смажем ее клеем и приклеим на наш фон. Хорошо промазываем клеем, чтобы все приклеилось у нас. И вот таким вот образом в край осторожно приклеиваем нашу траву. Одну часть приклеили и берем вторую часть травы. Там, где волнистая линия, это будет наверх смотреть. Также смазываем клеем хорошо. И приклеиваем сверху вот так вот в самый низ края, чтобы одна часть травы выглядывала из другой. Вот таким образом это у нас выглядит. Теперь мы берем с вами наши горы. И смотрите, две горы, и к ним две вот такие вот снежные верхушки. Одна побольше, другая поменьше. Та, что побольше, идет к серой горе, та, что поменьше, к вот этой вот бежевой горе. И нам нужно с вами определить место на листе, где какая гора у нас будет расположена. Каким образом мы хотим, чтобы это выглядело, я, наверное, приклею как-нибудь вот так вот. И сначала мы будем приклеивать ту гору, которая дальняя и самая большая, серая. Я ее смазываю клеем. И осторожно приклеиваю на лист. Вот таким вот образом. Потом я беру наш другой треугольник и гору. И тоже смазываю его клеем. И сверху рядышком приклею эту гору, и вот так вот у нас получается. Потом мы берем нашу вот эту вот снежную верхушку, будем приклеивать. Тоже промазываю ее клеем. И вот таким образом приклеиваю сверху на нашу гору. И то, что поменьше, также смазываю клеем и приклеиваю на другую часть горы. Вот таким вот образом получается. Теперь давайте будем брать наши елочки и будем их приклеивать так, как нам нравится, на лист. Возьму самую большую сначала, самую высокую, промажу клеем и приклею ее вот сюда, вот в край листа.
вот таким вот образом. Возьму потом другую елку другого цвета, та, что более зеленая. Тоже промажу ее клеем. И вот здесь вот рядышком чуть-чуть пониже расположу ее. Вот так вот получается. Потом возьму, приклею вот эти вот три елки, которые чуть-чуть светлее зеленого цвета. Вот так вот несколько штук подряд сделаю. Одну. Такой лес создадим. Вторую. Вот так. И рядышком сейчас третью приклеим. Смазываю клеем со всех сторон. И вот таким вот образом приклеиваю третью. И у нас осталось две другие елки. Их тоже можно куда-нибудь расположить вот таким вот образом. Беру то, что поменьше. Сначала также смазываю клеем. И приклеиваю на лист. И теперь последнюю, та, что побольше, тоже смазываю клеем. И вот так вот приклеиваю на лист. Ну и вот такой вот у нас получился лес с горами. Предлагаю сразу приклеить месяц. Намазали клеем и приклеили. Давайте сразу тоже приклеим дерево. Сначала мы смажем крону дерева клеем. Хорошо промазываем со всех сторон. И вот здесь вот с краю таким вот образом приклеим крону. И теперь наш ствол дерева также промазываем клеем осторожно. И сверху вот таким вот образом приклеиваем наш ствол дерева. И вот такой лес у нас получился. Теперь давайте возьмем нашу палатку. И вот здесь вот есть пунктирная линия, и нам по ней нужно будет сделать надрез. Берем ножницы и вот так вот осторожно, не до конца, надрезаем. Вот так вот у нас получилось. И теперь нам нужно будет просто чуть-чуть вот так вот согнуть. Это вход в палатку, когда мы вот так вот приклеим, чтобы можно было туда заходить. И мы берем теперь эту нашу палатку, промазываем клеем. И приклеиваем на лист, куда бы нам хотелось расположить ее. Я приклею ее вот сюда. И теперь нам осталось перед палаткой сделать костер. Берем бревнышко, промазываем его клеем. И приклеиваем одно, вот так вот второе, располагаем как хотим третье, и в самый центр промазываем огонь, и в самый центр вот так вот приклеиваем огонь. И наша с вами поделка готова.